На улице зима, гололед и снегопад для многих причина не выходить из дома. Кто-то из-за плохой погоды, а кто-то по состоянию здоровья не может самостоятельно сходить в магазин даже за самым необходимым. В этом случае на помощь могут прийти белгородские волонтеры. Сегодня одинокая 70-летней белгородке добровольная помощница доставила набор продуктов на дом от организации «Российский Красный Крест». Сейчас мы помогаем одиноким белгородцам, пожилым, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно сходить в магазин или аптеку. Региональная общественная приемная насчитывает более 250 волонтеров. Сегодня только до 12 дня к ним обратились 15 жителей области, которым нужна поддержка. Есть обращение многодетных семей, одиноких, когда нельзя, например, оставить ребенка, там, условно, ребенка-инвалида. Поэтому очень разные категории. Но основная масса – это люди пожилые. Оставить заявку можно по номеру телефона в Белгороде 23 26 70.